с нашим оператором. Да, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Добрый день. Татьяна Петровна, Татьяна, все, могу услышать? А, нет, не сможете вы ее услышать. А как связаться с ней можно? Не знаю, но это, скорее всего, больше всего зависит от ее желания. Я так думаю. Если она не хочет с вами разговаривать, то она не хочет с вами разговаривать. Я так понимаю, вы... Я звоню на ее номер телефона. Я звоню на ее номер телефона. А вы берете трубку. Ну, вы не до конца понимаете. Странное какое-то. Да не, но если для вас это странно, объясните. Давайте я побыстрее, да, конечно, объясню, чтобы вы не мучились странностях. А, дело в том, что человек обратился к нам за юридической защитой, и в одну из услуг нашей организации входит предоставление переадресации. То есть все нежелательные звонки от его... Какая организация? А дайте договорить. А то же вы как-то, я же вот вас слушаю. Я уже понял, что я просто вы берете же... трубку, не представляетесь. Как нет, вы. Стоп, секунду, молодой человек. А может быть вы телефон у нее украли, ограбили ее вчера вечером? Фантазер, да. Еще раз. Да напишите, конечно, да, заявление в полицию, лучше к доктору сходите, к психиатру, и голову проверьте. Что еще такие умные советы? Вы советы жене своей скажите. Да, я знаю, что вы, у вас, понимаете, в методичках написано переворачивать на родственниках, говорите про жену, про детей. Методички это у вас, да, это у вас. А у вас что? А вы с чего взяли? А у вас школа попрошаек, я правильно понимаю? Вы с чего взяли, что я сижу с методичкой? Вы голос не повышаете. Вы кто такой? Представьтесь. Я уже передумал тебе представляться, потому что ты не умеешь разговаривать с людьми. Не тыкайте. Я вот увижу тебя ага. И поговорим с тобой. Понял? Я тебя найду. Давай. Все. Сказать?